Да. Самое главное, что в тумане непонятно, как дальше. Вот оно, так сказать, чарует и непредсказуемо. А я же в тумане, это здорово. Это не просто зовёт, ещё раз привет. Я с третьего раза делаю. Поэтому я звоню вам, что я тоже звоню. Мне хочется с вами рассказать. Только как будто болеет, но вот как будто только порвало. Сейчас пришло, залезет, там зауютится. Зауютится в помещении. Ребенок, ты куда пошел? Вас там много. У нее там котяток 6. Это что, эксклюзив? Снимаю.
Ну как ощущения? Так стрёмно пить что-то такое ржавое, ржавое, ты бы.